Здрасте. Ну, я рассказывал вам историю, когда в первый раз познакомился с кикиморой. Сейчас расскажу вам про вторую встречу с ней. Иду, короче, я по лесу. Ну, как всегда. В тайге, в Омском Привитыше. Иду по лесу. Ну, долго. Ружьишко на плече. Ну, иду, короче, иду. Раз, впереди что-то такое виднеется. Ближе подходить за кустами. Избушка стоит. Ой, ёлка. Но, правда, не на курьих ножках. Просто избушка такая. Подхожу к ней. Ни окон, ни дверей. Ну, я так это просто. Избушка, избушка, говорю. Повернись к лесу задом, ко мне передом. А тут опять знакомые хихиканье. Что-то мелькнуло там. Гляжу, лавочка так между деревьями стоит. Знакомая бабушка сидит уже. Ну что, мелок, говорит, сказок начитался, что ли? Ты обойди избушку-то с другой стороны, дверь-то и увидишь. Ну ладно. Ну я обошел дверь как надо, все. Бабушка сидит, посмотрел в избушке, что там находится. Подсел к ней на лавочку. Ну и разговор завелся. Слушай, говорю, бабушка. Она хоть и кикимора, но оказалась доброй. Ну почему, говорит, вот я тебя уже второй раз вижу, да? Встречаешься мне. А другие же тебя не видят, не верят в то, что я... Она, ну знаешь, милок, если вот ты же меня веришь, значит, я тебе и встречаюсь. А кто, говорит, в меня не верит, тот меня никогда не увидит. Вот такие дела. Не знаю, поверите вы мне это или нет. Ну вот, это была моя вторая встреча. Ну, я с ней побеседовал так. Ну, страха не было уже. Все, знаю, что она какая-то... Нечистая сила, короче. Ну, добрая нечистая сила, я вам скажу. Это второй случай был. Впереди у меня была еще третья встреча с ней. Там даже она меня как-то маленько выручила. Помогла. Так что... Хорошо иметь знакомую кикимору. Где-то поможет, где-то что-то. Где-то из леса выйдет. До новых встреч, ребята! Не дал мне поговорить толком. Ну ладно.